Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crystal Siege. Ну что, мы переходим на вот эту вот миссию. Водный сад. Жители этого старого селения давным-давно были изгнаны ордой демонов. Остались лишь ров и еще рабочий водяной насос. Окей. Так, выберите магию. Слушай, мы, наверное, возьмем... Так, а вот это что я уже забыл? Воспламенение. А вместо... Нет, я все-таки оставлю, ребята, молнию. Так, башня эльфов и башня гномов у нас доступны. Ну что, защищать должны эти кристаллы. Откуда враг пойдет? У нас две стороны, да? Ладно. Так, башня лучников. Здесь поставим башню магов. Здесь поставим, опять же, лучников, а здесь магов. А где же тогда замедлях? А пускай замедлях... Блин, замедлях уже нигде нельзя поставить. Ладно. Паровой орк, зеленый гоблин и, опять же, гоблин. Я думаю, справимся мы с этими олухами. Так, магическая башня у меня есть? Есть. Гоблины не пройдут. Я говорю, гоблины не пройдут. Так, интересно, у нас еще, кстати, место для двух башен есть. Так, опускайся. Здесь, кстати, можно замедляшку взять. Вот здесь мы возьмем замедляшку и... Пока все, да? Ну что, вторая волна. Ждем. Блин, это здоровые огры. Да ну нафиг, хорош. Прокачиваем уровень. Так, слушай, блин. Вот так вот будет лучше. Что мне прокачать? Скорострельность, да? Готов, медвежонок. Пока, слава богу, у нас все кристаллы на месте. Гоблинов мы этих валим. Причем они такие носатые, ты заметь. Опа, лучники решили прокачаться. Так, увеличить радиус или же все-таки... Нет, увеличиваем радиус. Следующая волна. Это только третья. А их всего 10. Минус. Еще один, блин, бежит с нами голову. Вали, вали, вали его. Нормально. Так, два лучника уже. Убежал все-таки, а? И мелкий гоблинок. Ты смотри, что вытворяет, а? Так, еще одна башня хочет прокачаться. Так, иди сюда. Паровые гоблины. О, я же забыл, что у нас тут еще башня, ребята, не прокачана. Точнее, даже не открыта, не то, что не прокачана. Стоим сюда. Никого не пропускаем. И вот здесь у нас еще, кстати, есть. Ты посмотри, что творит. Нет, 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 нет. Не давайте ему. Все, никто не прошел. Замечательно. Так, прокачали на один уровень. Вызываем следующую волну. Ух ты, это кто такой? Кислотный змей. Подобно гоблинам, кислотные змеи всегда атакуют стаями, являясь самыми мелкими летающими представителями орды демонов. Со слабой дальней атакой обычно мало на что способны в бою, однако их способность перелетать через препятствия делает их чрезвычайно опасными. А какие они препятствия-то могут пролететь? Интересно мне знать. Так, деньги.
Блин, лучики, кстати, очень плохо берут. Так, прокачиваем башню с тобой, да? Магия хорошо бомбит. Так, 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 их становится много. Забираем. Сколько там следующая прокачка-то стоит? 250. Так, я вызываю следующую волну. 250. Окей. Магическая башня третьего уровня. Вот нету хуже, когда, ребят, летающие демоны летят вместе с со здоровяками. Так, дай-ка мы опустимся, наверное. Они что делают? Стреляют по мне, что ли? Ты серьезно? Так, башня готова прокачаться. Три лучника. Есть. Так, может быть... Блин, а у меня заклинания нету. Ты смотри, что вытворяют. Мы сможем забомбить этого угра или нет? Забомбили. Фух. Урон плюс 15. И прокачиваем еще. Так, сколько, ребята, еще волн? Да блин, гоблин, кислотный змей и гризли. Вот теперь беда, ребята, что у нас кристалл-то вот этот вот лежит неприкаянный здесь. Ух ты, а это что такое? Я воду могу качать? И что она делает? Немного не пойму. Вот я воду накачиваю. Не знаю, что она делает. Это колонка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Куда? Смотри, что делают. Жесть. Колонку качаем. Она что-то больше не качается. Все, больше не качается колонка, к сожалению. Так, лучники. Замечательно. Так, пробирка. О, заработала. Она типа поливает, только вот... А-а-а, ров, это... Друзья, через этот ров водяной, видимо, враги не могут просто-напросто пройти. Вот для чего эта колонка-то нужна. Понял. Ты посмотри, сколько их там идет, а? Понимаешь, мне нельзя им отдать этот кристалл. Если они его схватят, это все, ребят, это будет кранты. Ну давай, 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 давай. Видишь, потащил, потащил. Так, что это у нас тут? Башня гномов. Нифига там стрелки, смотри. Крутые чуваки. А эти-то все равно пролетают. Давай, 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 по ним. Так, вот они опять здесь. Прилетели, блин. Да, уже сложность пошла.
Это седьмая волна. Блин. Так, что если будет, если мы поставим, например, здесь... Давай, лучников. Эх, надо было не лучников. Ладно, подождем. Пускай подойдут поближе, потом уже будем. Башня эльфов. Пора, пора накачивать водой. Пройти не смогли, пошли в обратную. Эльфы там наяривают. Воу-воу-воу-воу-воу. Да ты драться-то будешь или нет? Давай, 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 наяривай. Есть, в мясо их там. Руби, 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 руби. Так, еще там два последних. Справились. Твою ж дивизию. Приближается волна, осторожней. Понятно, блин. Будем осторожничать. У гномов, конечно, обстрел просто шикарный, ребят. Я еще и дистанцию им по обстрелу добавил. Сейчас вообще будет козырно. Так. Давай, давай, давай. А почему кристалл не срабатывает? Что-то не могу понять, что там происходит. Они утаскивают, ребята. Ёк-макарёк, что происходит, а? Качаем колонку. Еще рано пока. Так, давай так сделаем. Гномы это вообще смак. Пускай бомбят здесь. Оп, пошел в обратную, потому что тут водой мы запланили все. Спасибо за манну. Так, а скоро мы еще прокачать сможем башни улучшить, да? Два варианта будет на выбор. Так, а что эльфы? Надеюсь, это последний огр. Фига там кровища хлещет из него. Посмотри. Бомби его. Да какой-то главный, что ли? Ну наказывайте его. Ну, есть. Замечательно, ребят. Прошли на 3 звезды. Так, новый уровень 5, 3 запаса манны плюс регенерация манны. Вы получили особый ключ. Не упустите шанс получить мощную экипировку. Так, оцените игру, пожалуйста, оцените, чтобы поддержать нас. Позже, ребят, позже, не сейчас. Так, ну что, 3 ключа у нас. Опа. Опачки. И 99 монет. Ну что, давай. Угу. Сюда перешли. Сколько у нас один камень всего лишь? Один. Огненная стена. Так. Поднимает мощную стену огня, нанося урон любому проходящему через нее врагу. Проведите пальцем по экрану, чтобы начертить стену огня произвольной формы. Так, пойманные враги могут загореться. Ага, это у нас про шипы.
Это у нас удар молнии. А вот это что? Электрический разряд. Заряжает все кристаллы на экране электричеством. Враги, которые держат их или пытаются поднять кристалл, несут огромный урон. Вот это я, пожалуй, начну прокачивать потихонечку. Так, ух, нифига меч. Нифига мы меч нашли. А, нет, не нашли, это, ребят, купить. Слушай, я ведь могу его взять. Оху. Могу купить, ты посмотри. Атака, конечно, чуть-чуть слабее. Регенерация маны тоже слабенькая, да? Экономия маны. Сила магии земли. А если снарядить, то герой получит экономию маны и силу магии земли. Ну и дальность маленькая. Твою налево. А вот даже не знаю, что делать. Вот это что за кольцо? Опа, однозначно это кольцо, ребята, снаряжаем. Скорость ходьбы плюс 4. Замедление врагов на 11%. Опа-на. Снаряжаю. Хотя вот это как-то солиднее выглядит, да? Но стоит она дешевле. Угу. Так, а вот это вот я с собой беру эту пробирку? Или она здесь остается? Вот непонятно. А что это за кольцо? Запас маны, регенерация. Это кольцо фиговое. Кольцо мага, у нас кольцо волшебника, ёпрсте. Вот я не знаю, что с этим мечом. Брать его или нет? Атака слабее. Регенерация маны. Экономия маны. Возьмем. Возьму, ребят. Мне кажется, все равно хуже не будет. Ну что, продолжаем наше путешествие. Склеп ужасов. Из этого склепа вырываются мятежные души бывших воинов. Заброшенный вход — это единственное, что осталось между ними и этим миром. Так, выберите магию. Слушай, что если я возьму возгорание? Ну вот это вот... Подожди, как на том убирается-то, я уже забыл. Выберите магию. Так, нет, это ты, это вернись. Так, и вот так. Ну что, начнем? Ох ты, новые башни. Башня замедления, башня волшебника и башня алхимика. И вот я тебе скажу, что башня волшебника круче, от 25 до 70 атака, а вот башня алхимика от 35 до 45. 10 скорость стрельбы, 11 скорость стрельбы. Блин, это надо, ребят, смотреть. Ох, ёпрсте. Враг будет выходить отсюда, из этой пещеры. Так, я понимаю, да? Замедляха. А здесь возьмем магию. И здесь магию. Вот пока как-то так. Ну что, вызываем? Тут будет 11 волн. Такс. Вот это вот плохо. Да хорош. Ты серьезно? Да, дело дрянь, на самом-то деле. Кристалл уже здесь лежит, блин, ну вот вообще не в тему. Совсем не в тему. Блин, паровые орки. Так, а мне здесь никакой помощи нету, да? Ни какой-нибудь колонки, ничего. Деньги, спасибо. За денежку огромное спасибо. Так, башню. Улучшаем башню. 80 монет. Вообще ни на что не хватает. Угу. Всех рубашим здесь.
Так, вот теперь хватает. Вот эта магическая, она вообще не достает, друзья, вообще. Урон плюс 15, скорость стрельбы. Опа! Пробудившиеся в самых темных склепах, эти бывшие воины были оживлены темной магией. Из-за их способности к возрождению, на первый взгляд, может показаться, что скелетов нельзя убить. Но каждое возрождение берет свое. А вот это что? Дух шамана. Эти магические существа на первый взгляд могут показаться слабыми, однако они одержимы желанием пожертвовать собой во имя своего повелителя. Остерегайтесь их большой скорости и физической брони. То есть скелеты постоянно будут вставать. Надо сюда отойти. Ой-ой-ой, сколько их тут. Блин, ну это трэш. Так, башня, 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 улучшаем. О-о-о-о-о. Души. Ты, блин, серьезно, что ли? Это офигеть, ребята. У нас кристалл прям возле... возле башни. Офигеть. Один вон там лежит. А что, мы один кристалл потеряли, что ли? Мы один кристалл потеряли. А, нет, 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 вон, ребята, он его несет с собой. Ну, допустим. Ты можешь опуститься-то вниз, ёпрасоте. Как мне эти кристаллы теперь удерживать? А, они идут по кругу. Все, ребят, я понял. Куда ты? Да, грифон, ты опустись, ты, господи, ну. Угу, гризли, гризли, гризли. И чё ты? Все, ребят, один кристалл профукали мы. Продинамили, блин. За этих душ. Души слишком быстро прилетели и забрали. Вот что я хочу сказать тебе. Только из-за них мы потеряли. Да и с манной тоже проблема, как ты видишь. Хотя, с другой стороны, пускай он пока тащит. Опустись ты, блин. Ну, медведь это, ёпрасы, ну. Души опять эти. А еще вытворяет. Обидно, конечно, что один кристалл там мы потеряли, а. Ты серьезно? Так, этот пошел в круговую. Блин, маны нету. Твою дивизию, я даже не могу ничего. Видишь, он хватает и бежит с этим кристаллом. Было бы у меня какое-нибудь заклинание, чтобы кристалл вернуть.
Утащили еще один кристалл. Все, ребят, профукали мы еще один кристалл с вами. И осталось их всего лишь три. Жесть. Ну. Блин, кристалл прямо рядом с этим, опять же, входом стоит. Это еще две волны, прикинь. Какой две? 9, 10, 11. Три волны еще. А что, я не помню? Еще один кристалл стрели. У нас осталось всего их два. Всего два кристалла осталось. Как их тут много, а? Просто полюбуйся. Прут они. Башня. Так а чё? Блин, он летает. Думаю, чё он не дерётся нифига? Кто там бежит? Гоблин вшивый, а? Зря я, конечно, взял возгорание, ребята. Если честно. Возгорание здесь вообще не в тему. Сколько там еще? Еще две волны. Эй! Эй! Да вы серьезно, что ли? Все, потеряли еще один, ребят, кристалл. Последний остался. Просто последний кристалл. Так, гномы. Приближается огромная волна. То есть это последняя волна получается. Последний кристалл. Я в шоке. Да куда ты летишь-то? Давай, 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 защищай. Не имеем права проиграть. Просто не имеем права. Я в шоке, блин, ты посмотри. Их все больше, больше, больше идет. Мой герой! Не позволяйте! Да куда? Да садись ты, воюй! Не смогу, ребята, не смогу я утащить, удержать.
сожалению. Стырил, блин, ты представляешь, он прямо из-под ног, ребята, вытащил. Так, получена еще одна магическая сфера. Я, знаешь, что хочу сказать? Что зря, по-моему, я взял вот это вот возгорание. Это полное фуфло. Поэтому я, наверное, возьму. А что, я... Зашибись. Зашибись, я даже ничего не успел толком-то сделать. Ладно, фиг с ним. Сделаем вот так вот. Поехали. Будем пока здесь бомбить, кого только сможем. Будут выходить, буду их тут рубить до последнего. Пока все легко, ребят, ничего особого здесь делать не будем, да? Вот теперь пора бы приземлиться. Сотка. Дистанция увеличивается. Скорость стрельбы тоже увеличивается. Так, рубашим, рубашим. Этого тоже ловим. Ну, спасибо за ману. Это не мана, ребята, это, по-моему, нам дает возможность дольше летать, что ли, типа того. А вот здесь замедляшку поставим. Пускай она здесь нам помогает. Допустим. Куда побежал, гаденыш? Видишь, она урон не наносит, она просто замедляет. Так, скорострельность, да? Скорострельность. Пока больше ничего не могу, да, здесь сделать, к сожалению. Ладно. Это что такое у нас? Это, по-моему, сейчас мертвецы пойдут. Так, точно. Идут мертвецы из собственной персоны. Блин, ну самое опасное, это, конечно же, души. У которых охренеть, какая скорость, блин, полета. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, с этими-то разберемся там, надеюсь. Скелет! Фух. Нормально, нормально все. Тут справились. Почему так мало маны, а? Я, кажется, знаю, почему у нас мало маны. Манна у нас копится, это верхняя строчка. Когда я начинаю бить их, вот в этом режиме, ребята, у меня тратится она, да? Так ведь? Или не так? Так, скелет он там, видишь? Паршивец. Скелет, 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 скелет. Ты посмотри, а. Черт подери, опять немножко кристалл один. Ау. Откуда там гоблин еще взялся, а? Ты посмотри на него.
Так, вот эта вот пакость бегает, которая очень быстро. Что это сейчас такое было? Ага. Захотел кристаллик стырить мой. Не тут-то было. Ну что там, медведь? Давай-ка с ним разберемся, наверное. Ах, какая фигня получается, блин. Так, скелет. Тут главное за скелетом, ребят, смотреть. Хотя, если честно, не только за ними. Тут надо за всеми глядеть. Ну, так, наверху все отлично. Здесь... прокачиваем башню. Вон она, душа летит. Че, в нее всего лишь один выстрел надо, и все, и она готова. Ну, магическая башня, ребят. Так. Подкупим пока энергию. Нет, давай сюда лучше. Так, пора добивать здесь. Расколбашиваем их. Так, а что у нас тут? Дальность. Еще дальность. Блин, там, конечно, башня лучников нужна. Я не могу туда отвлекаться, потому что... да хорош! Фью. Так, паровые пошли. Медведя надо завалить, скорее всего. Руби, 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 руби! Тащил. Давай, 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 давай. Щух. Такс, что же дальше-то? Душа полетела. Упс. Так, мы ее задержали. Еще музыка эпичная. Так, давай радиус, наверное, повышать здесь. Молодцы, красавцы. Держимся. Оу, щит. Сколько могу, ребята? Сколько могу, сколько держусь? Не получится, наверное, мне спасти все кристаллы. Мы тут стараемся, конечно, изо всех сил. Башня. Уж не знаю, ребят, насколько она хороша. А что эта башня замедляет, что ли, их? Или что она делает? Thank you.
Фух. Это башня-то, блин. Да куда ты вон-то? Да куда ты бьешь-то? Вон же. Все, трындец, потеряли один кристалл, ребят. Один кристалл потеряли. Вот так вот. Тащили, блин. Так, это десятая волна пошла. Да господи, ну... Да душу-то эту валите! Вы сейчас издеваетесь, да, надо мной? Да... Ты иди сюда, ты ёпрасы, ты, блин! Сумку нашли, блин, непонятную. Утащили еще кристалл один. О, они все тут лежат. Все кристаллы, друзья мои, тут лежат. Опустись ты, блин. Что успел, то и сделал. Да и они тут вообще кончаются когда-нибудь или нет? Опустись. А что так темно-то становится, эй? Что, ночь что ли наступила? Или что так темно-то? Вдруг стало у нас. Гоблин, ну куда вы побежали, а? Не, действительно, почему такая темень наступила? Блин, бедный мой герой. Одного завалили, иди сюда. Все, друзья мои, этот уровень прошли, твою налево, да? Да, да, на две звездочки. К сожалению. Уровень седьмой. Две звезды. Ключики. Так. Опа, это что за свиточек такой, интересно мне знать. Угу. Магия. Два камня у меня есть. Так, а что это делает? Призывает гигантский вихрь, втягивающий в себя ближайших врагов. Нажмите на место, куда хотите призвать вихрь. Так, видите пальцем для перемещения вихря по карте. Втянутые враги будут перемещаться вслед за вихрем. Пламенный щит. Вызывает мощное землетрясение. После активации все наземные враги кратковременно оглушаются. Угу. Гигантский валун. Блин, тут заклинаний всяких прикольных. Да фигища, ребят. Так, ну что, давай это прокачивать тогда. Герой, что у тебя тут есть? Опа. Сила атаки 7.27. Слушай, я, наверное, возьму это. Ослабление брони еще к тому же. Конечно, возьмем. Вот так вот. А вот это что такое? Этот свиток позволит вам создавать временную контрольную точку во время текущей миссии. Он позволит вам один раз продолжить игру с этой точки, в случае, если вам не удастся пройти карту. Непонятно. Что за броня? А, блокировки врагов 2, скорость ходьбы 14. Слушай, ну понятное дело, что возьмем. Понятное дело, это даже не обсуждается, ребят. Это броня топчик.
Ну что, я, наверное, готов. В наши дни в лесах очень опасно по ночам. К счастью, живший здесь лесоруб оставил сигнальные ракеты для заблудившихся странников. Ты посмотри, какие тут монстры. Это что за големы идут? Короче, трэш. Выберите заклинание. Давай вот это возьмем. Так, мистическая башня и еще мистическая башня двух уровней. Угу. Атака, конечно, какая-то слабенькая. Ну да ладно. Такс. Все, наступила ночь. Твою налево, блин. Посмотрим. Блин, что так темно-то? Вообще, ребята, ночь кромешная. А, они, скорее всего, с двух сторон будут идти, друзья. Скорее всего. Поэтому сделаем немножечко вот так, может быть. Сюда еще и замедляху не хватает. Ну что, поехали. Темнота, друг, молодец. Блин, я понял. Я понял, в башне здесь, ребята, будут только в том случае бомбить, если они видят врагов. Если они врагов не видят, то хренушки они тут будут что делать. Хитро. Вот она, как башня это работает. Да. Так, 90, да, у меня. Здесь будет замедляха. Вон, 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 кстати, ребята, вон там здоровяк этот идет, которого мы видели. А, нет, ошибся. Ну да ничего страшного. Блин, давай сюда поближе подойдем, чтобы они получали урон от всего. Так, у нас тут 4 кристалла, что ли? Да подойди ты поближе, пускай они сюда идут, чтобы башня по ним тоже стреляла. Отлично. Так, теперь перехватываем гризли. Мне хватит еще эту башню? Ну, хватит. Давай сюда. Быстрее, быстрее, быстрее лети. Урон, урон побольше надо делать. Есть. Ну что, следующая волна. 248. Это птички эти летающие. Будь они неладны. Давай, 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 родной. Бомби по ним. А вон и нежить уже пошла. Вон она и нежить. И тут нежить поперла. Это паршиво, ребят. Это очень скверно. Это что еще такое, ребята? Это огненный голем. Огненный голем, тот еще крепкий орешек, невосприимчив к эффектам воспламенения и замедления, обладает способностью временной защиты себя и союзников от любого урона. Однако, после того, как его убивает, огненный голем взрывается, нанося огромный урон всему вокруг. А меня это что-то как-то тешит, что ли? Вон он, нифига он светится, ребят.
Да валите вы этого скелета-то, твою налево, блин. Неужели ты не видишь, что скелет пошел, блин? Нет, бомби их. Что там сумка у нас, блин? Сгорел, что ли? Ребята, сгорел голем, прикинь. Не дошел, к моему счастью. К моему, блин, счастью. Ох. Так, я обожаю, когда деньги влетают. Урон плюс 15. Фига там урон. Дорого стоит уже урончик наносить им. Это только пятая волна была. Вон еще один, ребят, голем пошел. Два, что ли, их там? Их там два. Крит прокачиваем. Взорвался. Так ему и надо. А там еще один. Юх. Блин, мне бы, конечно... Это что такое сейчас было? Это кто, ребята, мне помог? Охотник? Да хорош этих баранов-то сюда. Так, улучшил. Что такое? Спасибо. Там эти летающие еще идут. Не идут, а летят. Твою дивизию, что делать? Эта башня испепеляет просто-напросто врагов. Вот эта вот красная. Просто в мясо она их. Это круто. Пока, слава богу, еще ни одного кристалла не утащили. Но это пока. Что-нибудь... Эй! Замечательно. Что-то мне захотелось эту башню здесь прокачать, тоже с этой стороны. Так, переходим сюда. Блин, не позволим. У меня боевой магии нету, понимаешь? У меня только чисто вот на охрану кристаллов. И все, ребят. Сейчас взорвется. А, он их не убивает, ребята. Он их телепортирует, по-моему, обратно.
Что он делает? Я не могу понять, это башня-то. Оу. Фух. Зачем я эльфов поставил, блин? Зачем я поставил эльфов? Эта башня максимально прокачана, ребят. Щит. Максимальное, да, количество? И здесь максимальное. Все, я понял. Здесь по максимуму. Так, там справится, наверное, я думаю, башни мои, да? Е! Взрыв такой. Нет! Так, здесь можно вот так вот сделать. Я не могу тех големов до сих пор бомбануть, прикинь. Есть. Да куда ты? Да ты опустись ты на землю-то, твою ж душу. И руби их тут. Да опустись ты, говорю, блин. Фух. Так, там летающие с той стороны пошли. Все, что ли? Да, конечно, все. Держи, блин, карман шире называется. Нет, опустись. Есть, друзья мои. Сколько я сохранил, все или не все? Все. Ох. Да, вот это миссия, ребята. Так, отлично, меч. 221 золото. Фух. Так, зайдем в лавочку и... Так, вот это я, да, хотел прокачивать? Да, ураган этот. Герой. Ага, ослабление брони 25%. И атака 33. Слушай, я, наверное, не буду брать вот этот меч, потому что который секач орка, он лучше, который на нас именно. Но вот я понял, что вот это вот лучше, ребята, покупать. Поверь мне. Это нам пригодится. Вот только вот это я не понял. Он позволит вам один раз продолжить игру с этой точки, в случае, если вам не удастся пройти карту. Не пойму, конечно, но я куплю, ребят. И это тоже куплю. 10 штук. Все, отлично. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этом сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!